благодаря вот этому человеку я сейчас нахожусь здесь, а благодаря сейчас другому человеку покажу, я сейчас работаю фитнес-тренером. Так, подписываемся, ребята. Видели?
Такие брюки нельзя одевать, когда у тебя не Может, нам тоже все помочь? Да. Я так. Мой новый парень знаком. Давай. Привет подписчикам. Давай, привет. Подписчики, дорогие, знакомьтесь. Привет. Это Виктория. Это Виктория, очень популярный блогер. Спасибо большое. Надо освободить уже место. А то там все воды. Сядут, у меня там все живот мой палят. Мочевой пузырь надулся, в туалет не могу сходить, живот торчит, все, беременный. Налево. Че писать? Че-нибудь. Че-нибудь? Да. Так. А тебя зовут Маргарита? Маргарита. Я моя тёзка. Очень приятно. Никогда не думала, что я буду писать. Были. Уважаемые участники, дорогие девочки, кто уже успел сделать свои красивые фотографии, вымещаем вас, мы приглашаем уже потихонечку занимать свои места, так как у нас впереди еще наши уважаемые хедлайнеры, еще интересная информация, поэтому приглашаем всех занимать свои места. Я буду на инстаграмишнике, я говорю, все, мы едем по-любому. А ты из Соника уже, да? Да. Сейчас я допишу. Это ее любовь, это просто мое сердце покорено. Вот, видишь, как я вовремя пришел, да? И он тут... Я вовремя появился? Да, ты вовремя, зай. Что-нибудь началось или уже закончилось? Я просто не могу понять. Сейчас будет начало только. А? Сейчас я буду. Не бой, пожалуйста. Я знаю, все это с ним не могу. Моя вода, зай? Да. А что делать? Что будет вообще? А? Жена твоя будет выступать. Сейчас будешь выступать? Да. Честно, до сих пор не верится, что вы тут и вы существуете уже. Да ладно! Я стесняюсь. А, привет. Привет. Это самое. Наша друзья будет всегда так грешить. А кто еще будет выступать? Уже все, я самая последняя. Ты первая? Самая последняя. А вы тут до конца вообще? Ну да. А до скольки будет? Вообще до 7. До 7? Мне говорили, до 7. Ну тут задержали очень сильно. Мероприятие. Мне кажется, вы, наверное, последние все, да? Да. Мы, в принципе, вас ждали. Да, нам больше ничего не надо. Мы ради вас только с Пятигорска приехали. Да. Приехала сидеть. Давай. Девочки, не забываем, что вас ждет еще два подарка. Это сертификат на отель
Диви в стоматологической клинике, если вы будете отмечать их аккаунты в своих сторис. И также Must-Have Beauty Shop готовы подарить вам прекрасный бьюти-бокс, если вы сделаете классные селфи с их отметкой, возможно, даже на их локации. Поэтому не упускайте возможность забрать сегодня самый лучший домой. А? И приглашаем всех, кто занимается медициной, мы продолжаем нашу программу. А сейчас какой-то еще у тебя идет. Кого? Ну какой-то ты так, где? В Твиттере? Нет, в Твиттере. В Телеграме? Да. Там что-то замороженное, я пыталась прийти по ссылке, но она не работает. Какая-то на 20 человек девочек. Ну, не меня кто-то блокирует. Может, когда-то не туда-то, я посмотрю. Может, это не мое. Да, я проверю. Их было очень много в этот момент. Ты их выставила за один день, там сразу столько сообщений. Да? Короче, я не умею писать. Спасибо! Ника, скажи, пожалуйста, есть у тебя Москва с спикером? А? Если тебя позвать спикером проекта. В какой? В организации. Социальный спикер. Да просто я ж какой я спикер, какой из меня что? Да ладно. Ну классно, давайте. Ну в общем. Я на очереди. Да, хорошо. Я на очереди стою. Ой, да что ты хочешь? Что-нибудь пожелание в моих начинаниях? Так у меня тут. Здесь все смывается. Вот здесь, прям вот на первой. Если бы не вы, наверное, так и не решила. У меня было зовут. Не подойди. Я так мимо отхожу, думаю, надо сфотографироваться, надо сфотографироваться. Смотрю, и ничего нет. Ладно, ладно, подожди. Да ладно, чего? Здесь видим все. Ладно, я буду. Мне привычно видеть. Нет. Да. Как в фильме. Девочки, уважаемые, Виктория Цыплян еще будет выступать на нашей сцене. Вы не пропустите ее выступление ни в коем случае. И еще встретитесь с ней, сделайте новые фотографии. А сейчас я приглашаю вас занимать свои места, так как вы ближе к нашей программе и еще много интересного контента и всего интересного и подарков подготовлено для вас во время нашего события. Поэтому всех приглашаем занимать свои места. Все, спасибо большое. Спасибо. Нет, господи. Спасибо, обожаю. Все, я сейчас, да, я. Сейчас я воды попью. Блин, я не успею в туалет сходить. Я не левша, я правша. Простите, мне мой мочевой пузырь надут, и я пошла в туалет. Пока. А то опять будете говорить, что я беременна.